Первый областной форум работников культуры собрал более 400 специалистов отрасли. В областной центр приехали сотрудники музеев, сельских клубов, библиотек. Специально к мероприятию была подготовлена выставка «Культурный потенциал Ивановской области». Форум работников культуры – это не только повод похвастаться достижениями, но и поделиться проблемами. У культуры, безусловно, проблемы общие в нашей области. Но основная проблема, которую вижу я как заместитель директора по автоматизации, это информатизация, то есть создание единого информационного культурного пространства. Задача сложная и в один миг не решается. Без помощи общественности и, безусловно, правительства и финансовой поддержки, конечно, это нереально. Инициатива проведения такого масштабного мероприятия принадлежит Совету по культуре при губернаторе Ивановской области. Цель форума не просто поговорить о проблемах и забыть, найти пути решения трудных вопросов. Инициаторы разработали проект резолюции, где они обращаются с предложениями и к правительству России, и к Государственной Думе, потому что законодательная база вообще в целом по культуре достаточно пока слабая. Они обращаются с предложением разработать и федеральную программу модернизации, совершенствования культуры по типу модернизации здравоохранения и образования. Мы их полностью в этом поддерживаем. На областной форум работников культуры приехал губернатор. Он рассказал о достижениях в отрасли, поделился планами. Пообещал, что в скором времени начнется реконструкция музея Первого Совета. Сколько бы ни было споров и дискуссий, это наша история. И мне кажется, что мы этот бренд еще и мало используем. Его нужно использовать и дальше. И сегодня предварительно могу доложить вам то, что у нас прошли достаточно успешные переговоры со спонсорами. И мы постараемся решить этот вопрос, не привлекая бюджетных средств. И уверен, что это будет еще одно очень интересное учреждение культуры. Во время форума губернатор озвучил приятную для всех работников культуры новость. К 2018 году уровень заработной платы в отрасли должен достигнуть среднего значения по региону. Повышение произойдет не одномоментно, а будет осуществляться постепенно. Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.